Всем привет, ребят, мы находимся с вами прямо вот перед пляжем с моря. Начну этот ролик с вот этих вот достаточно невзрачных строений. Именно здесь располагаются баркасы, которые ловят рыбку, в том числе барабульку и ставридку. Здесь же ее обычно коптят и продают. Но я не знаю, сейчас вот я не вижу никаких движений, таких вот связанных с рыбной ловлей. Но тем не менее проходит выход в море. Выход в море открыт, техническая зона, никто ее не занимает. А мы с вами тот редкий случай, когда отправляемся на пляж с моря. Хотя какое с моря, это же лагуна. Лично путаю. На пляж лагуна со стороны Сочи. Я пройдусь по дорожке, тем самым показывая вам, что после вот этих всех вот... Нет, спасибо, я сыт. После стихийных вот этих вот бедствий, после этих штормов, все наладилось, все поубирали. Но есть еще, конечно, там маленькие досточки, бревнушки. Но это такое, знаете, так, самое мелкое-мелкое, которое никак особо не повлияет на ваш отдых. Людей много. Я даже могу к морю подойти, если хотите. Я сейчас в тапках. Все почему-то как будто под прицелом стоят, такие руки за шею, такие, будто в них стрелять сейчас будут. Шучу, конечно. Ну вот сами смотрите, какая обстановочка. Там на чайке вообще кишит народ просто. Кишит прям очень много, очень много. Кеши сегодня здесь нет, никто не кричит. Можно пройтись спокойно по берегу. Молодец, парнишка, вот покушали кукурузу в пакетик и все вынесли. Море, ну, почти такое же, как и везде, смотрите. Тут у берега песочек такой. Я не скажу, что оно прям хрустальное, прозрачное, чистое. Нет, пока нет. Пока нет, пока оно все-таки мутновасенькое с самого берега. Ну, стоит зайти чуть-чуть поглубже, там все нормально. Да, на чайке, конечно, там... Ого-го! Видел я какие-то кадры китайские такие, вы знаете. Там людей, прям море. И они с волной прям прыгают. Людское море, так сказать. Есть немножечко. Вот видите, на берегу здесь тоже все-таки мусор. Ну, не мусор, как бы бревнышки, палочки, все повыносило. Не более того, надо смотреть под ноги, а то я чуть-чуть не растянулся среди этих бревнышек и палочек. Народ купается, катамараны плавают, сапы готовятся к выходу в море. Ну, играет капиталистическая музыка, поэтому дальше я не пойду. Заверну туда, на рыбацкий. Нет, музыка нам не надо такую. В общем, на пляже все нормально, я так понял, что вы уже, надеюсь, что вы уже все уловили. И теперь все, кто собирается ехать на рыбацки, спокойные. Наш гидроцикл, папа с сыном поехали кататься. Папа с сыном поехали кататься. Девушки, вон, видите, как танцуют. Но главное, чтобы дети не мешали пить пиво. Рыбацкий поселок. Маленько так пробегусь, малюхонько поздороваюсь, Зоя, пойду. Ой, опять музыка. Косички африканские, ну тут настоящие африканки их делают. Видно, что девушка темненькая такая. Пиво 50 рублей пол-литра, кстати, это одна из самых дешевых цен на побережье. 50 рублей за пол-литра. Так, пора снимать солнцезащитные очки, а то я хожу в очках. И тут приходит ночь. Вот я как этот. Такой-то экспресс-метод. Такая быстрая-быстрая прогулочка. Так как вообще не планировал сюда заезжать, но так получилось, что... А у Зои, смотрите, у нее тут уже очередь практически. Сейчас спрошу, почему она меня перепутала с Владимиром. С
смотрите, сладости пользуются спросом. Что хочешь, чтобы сравнить? Дыня. Ну, я не ем сладости. Хотя попробовал одну конфетку, давала мне попробовать миндаль. Ага. Здрасте, здрасте. Вот, теперь знаете, что я Алексей, да? Да, ничего страшного, он меня все время путает. Все время думает, у меня просто дом, мы его назвали Владимир в честь отца. И многие думают, что я Владимир, да. Ну вот. Не владеет ситуацией, значит. Ну ладно. Ничего, все нормально? Ну и слава Богу. А пожалуйста. Ну и хорошо. Хорошо. Ну это не благодаря мне. Это вы торгуете хорошим товаром, который, смотрите, дыня, ананасы. Что-то приходите только нет. Приходите за чаем. Чем-то худею. 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 Спасибо. Все есть. Все есть. Всего хорошего. У меня чай тоже есть. Спасибо. Ребята тут вон жарят. Парят. Ну сегодня я, как всегда, пришел с утра пораньше, поэтому еще свежая, свежая, еще жарится. Еще что-то будет жариться. Привет. Я, как всегда, с утра пораньше прихожу, когда вот того. Ну, как, нормально, у вас как дела? Сезон начался, нормально? Люди пошли? Ну, слава Богу, все радуются. Давайте, удачи вам, всего хорошего. В общем, все дружелюбные, все радостные, все вас ждут, ребят. Людей уже много, действительно, несмотря ни на все вот эти вот козни, которые нам там строят. Блин, я знаете, что забыл? Я вот сейчас говорю-то, а понимаю, что микрофон в данном, на этом медиамоде, он как бы работает только сейчас во внутреннюю сторону. То есть слышно, когда я говорю, когда говорите, допустим, вы, там получается проблема. Ну, небольшая, наверное, звук будет приглушенный, так что уже звеняйте. Пока вот так. Кстати, можете поделиться информацией, нормальный был звук или нет, вот когда Зоя разговаривала, что как, слышно, не слышно. Просто интересно. Может быть, действительно тогда будет внешний какой-нибудь, так как журналист буду ходить с этим, ну, на палочке такой вот, микрофончик такой. Книги нужны, вот видите, какие добрые люди выставили книги, если кому-то там, допустим, скучно, можно спокойненько взять да почитать. Книжки — это хорошо, это знание. Хотя я такой ленивый тоже, что уже давным-давно не читал ничего. Честное слово, последнее, что я читал, это учебник был по немецкому языку. Итак, я бегло-ка прогуляюсь по Арбатскому. Я уже тысячу раз здесь ходил, тысячу раз, и наверняка вам больше интереснее будет смотреть, что творится на улице, чем вот здесь, в строениях. Здесь народ в основном вечером, ребят. Вечерние часы здесь гуляют, ну, ходят. Сейчас все на море, конечно же. Что тут-то гулять-то? Все на море, все на пляж, все купаются. Жилье также сдается. Хозяева, как всегда, вот на месте, скорее всего. Видите, надпись «Сдаю жилье». А хозяйка где-нибудь внутри наверняка гладит, парит, жарит, я не знаю, занимается. И тут жилье тоже написано. Иногда пишут «Жилье», и такое бывало. Сапы вышли в море, и вот такая большая красивая надпись. «Пляж Лагуна». Вот тут можно уже очечки-то надевать. Вот он, с 8 до 19. После 19 купаться на пляже запрещено. А я отправляюсь в обратном направлении. Мороженое, рыбки и какая-то непонятная капиталистическая музыка, поэтому я буду микрофон от них отворачивать. Теперь с этой точки зрения чуть-чуть проще. Лучший шашлык от Армена здесь. Не пробовал, но написано так. Не буду спорить, не знаю. Столовая Юг заработала. Шашлык тоже столовая Дель Мар. Показывал сюда, я даже заходил. Тут музыки не было, и ценовую политику я показывал. Да и сейчас могу зайти показать, если вам интересно будет. Все тут есть. И завтраки, и все на свете.
Ага, потом пойдем пописать. Ну вот. Ну, мы с вами были свидетелями тому, что у нас мороженое лучше не есть, потому что слышали сами, да. Пляж Лагуна, схема, аэрарий, пляж, детская площадка, даже написано, где душ и туалет. Кафе Балтика. Последние несколько раз, когда к нему подходил, музыки не было громко, я даже подсматривал цены. Ну, сейчас мне тоже ничего не мешает. Кстати, тут все больше и больше камешков. У нас, кстати, тоже такие варки есть. Заходи, если что. Лучшее кафе. Мы тоже и Волгограда. Подождите, 16-21 года. Ну, нормально. Балтика. Алексеевка, Белгородская область. Бывал неоднократно. Мирный, Архангельская область. Вот ребята пишут. Самое вкусное кафе. Воронеж. Тут, походу, все черноземье было. И больше всего все-таки Белгородская область. Вот так вот. Это же надо было принести сюда такой огромный-огромный камень. Ну и цены, конечно, уж покажу вам. В общем, Белгородской области, да и в целом Черноземье, очень даже понравилось кафе Балтика. Ребят, это же хорошо. Ну, а я заканчиваю нашу прогулочку по пляжу Лагуны и рыбацкому поселку. На чайку не пойду. Не пойду, там тоже, там точно уже все убрали. Видно, что все чисто, все хорошо. На сей момент, получается, последний пляж, который я видел самым грязным, это был пляж Салют, к сожалению. Хотя он находится, можно сказать, в самом центре практически. Всем пока. Всем до новых встреч. Паста будет, а вот здесь вот, кстати. Вот это заведение я вам не показывал. Ну и не вижу ценовой политики, если честно. Ну, какой-то кактус нарисован. Всем пока. Привет из Лазаревского. Погодка отличная, солнышко светит. Море теплое. 27 уже несколько дней. Стабильно. Все хорошо. Всем пока.